собрал на полумосте и на пушпуле. То есть на полумосте, но использовал генератор ТЛ-494. Вообще-то даже микросхема, вижу, стоит с Алиэкспресс. Тут, видимо, подделка ТЛ-494. Ну, пока на 300 кГц тянет. 100 пикофарад конденсатор на 390. Вот нижнее плечо полумоста качается напрямую от этого драйвера, а верхнее плечо через колечко. И на полумосте тоже колечко. Вот конденсатор, первичная обмотка 5 витков, вторичная 10 витков. И вот этот качает. Пока не пробовал, что из этого получится. Тут немножко фронты покручены. Тут тоже хорошие. И тут идет разряжение в минус, как я понял, так может еще лучше. Нужно питание снизить для начала, чтобы, если что, сгорело, не так была вероятность сгореть, чтобы при ниже напряжении. Вот у меня этот блок питания, он вот этот вот. Этот регулятор снижает напряжение. Выходное. Конечно, так там кривовато сделано, но более-менее работает. Теперь 25 вольт. Вот это питание, которое на полумост должно пойти, если я подключу, наверное, первый раз нужно подключить через 2 Ом резистора. Если что. Если то как-то сильно вырастет, буду знать, что что-то что-то не то. Там вроде бы как и нулевой. Вон, сигнал какой-то появляется, значит, вроде бы все нормально работает. А теперь не в резонансе, поэтому слабенько работает. Вот нулевой 0,0 ампер.
Блять, там очень мало. Вот так с лампочки 0.15. Теперь резонанс, наверное, где-то на 400 килогерц, то есть на 500 килогерц нужно емкость наложить, чтобы частота понизилась. Вот емкость у меня, как всегда, под рукой, и я где-то искал. Теперь нужно закоротить это крокодильчиком, но чтобы он был без изоляции, то через изоляцию будут диэлектрические потери, он будет греться. Смущает меня вот этот провод этой лампы. Повернуть, наверное. Ну, уже ток побольше, уже, видимо, близко к резонансу. Ампер лампа, вот уже сама начинает моргать. Транзисторы без никаких снабберов. Потому что полумост, ему там особо снабберов и не надо никаких. Фитонит начинает. О, уже 3 ампера потребления. С всех сторон. Вот транзисторы 60 или 80 вольтовые где-то, или 75 или 60 вольтовые, кажется. Вот лампа сама горит от этого поля. В розетку включена, а не даже, да, она, но выключатель у лампы выключен. Она там заряжаются конденсаторы, и она сама горит там просто как опора, вилка эта. Вот экономичку попробую выкрутить, посмотреть. Вот она уже тут горит. Ф
желательно держать, тогда она лучше горит. За железо. Транзисторы пока не чувствуют, чтобы что нагрелись. Вот я резонанс подстраиваю. Не самый максимальный. Вот тут даже просадка до 23 вольт идет, потому что ток почти 4 ампера. Уже блок питания ограничивает ток. А теперь 24 вольта и 1,5 ампера. Вот тут управление питается трансформатора 50 Гц, поэтому слышно такая немножко наводка 50 Гц и жужжание 50 Гц. Немножко ниже сделаю частоту, чтобы когда я руку приближал, она в резонанс, трансформатор Тесла в резонанс уходил. Не очень хорошо. Немножко теплый. Это тоже теплый немножко. Начинает нагреваться. Хотя сам транзистор так и горячий уже. Это радиатор только теплый. Но этот колечко питается, там вероятно больше потерь. Поэтому он сильнее будет греться. Ну, вроде бы не такой теплый. Чем это? Может этого еще радиатор? А может это не теплый, а просто он колется от наводок. Сейчас я его уберу и посмотрю. Да, он не теплый, это он колется и кажется, что это тепло. Так он тоже немножко теплый. Нет. Этот чуть-чуть может холоднее. Это может радиатор за быть всякие погрешности. Ну, а тут все холодно. Вот эта лампа вот была выключена. Тут вон на всякий случай еще стоит 1 Ом резистор, хотя тут по 1 Ому тоже стоят. И тут еще
затвор идет по одному ому. Тут можно было не ставить, на всякий случай поставил. Вроде бы ничего не греется. Если бы на одном транзисторе так качать, то бы уже начал он нагреваться. Думаю. Тут холодно, вот тут все. Раньше у меня на пушпуле вот эти контакты сильно грелись. Вот я лампу из розетки выключу. Ого, даже искры как шли в розетку, пока выключал. А тут даже светодиоды как провода горит. Там. Все равно горит, когда в розетку не всунуто, она слабее. Опоры нет. Вот тут, по-моему, стало сильнее. Вот эта дуга вот к ножницам. Потому что раньше она вся утечка шла, об этот провод упиралась и в розетку шла. И на лампу шло. На лампу шло. Один и пять ампер потребляет, когда вот так искрю. Держу. 1,47. 1,20 теперь. Вот тут он даже искра идет, пальцы прикасается. Немножко теплое. Опущу немного чистоту. Моргает лампа. Попасть не могу. Снизим частоту, немножко отошло от резонанса последовательного. Теперь больше на параллельном работает. Теперь, когда
зато приближаю, тогда вот резонанс входит. Поэтому лучше работает, когда приближаю отвертку или что-то. Немножко повысь. Ой, я еще снизил. Транзисторы немножко теплые, все, они греются.